Рождественские каникулы. Ребята, чьи родители работают на предприятии «Моторсич», провели новогодние праздники не только с удовольствием, но и с пользой для своего здоровья. В заводском санатории и профилактории продолжается традиционный зимний заезд матери и ребенка. Говорят, что зимний заезд матери и ребенка в санатории-профилактории предприятия «Моторсич» ребята ждут целый год. Ведь здесь можно не только весело проводить рождественские каникулы, но и плавать в бассейне, принимать различные физиопроцедуры, заниматься в тренажерном зале, пить полезный кислородный коктейль, словом, оздоравливаться по полной. Заезд матери и ребенка – это всегда особенные заезды, потому что общение с детьми приносит всегда много положительных эмоций нашим сотрудникам. Мы, в свою очередь, наш коллектив, старается обеспечить детям и их родителям в ходе таких заездов не только качественный отдых, но и улучшить их самочувствие и укрепить их здоровье в первую очередь. Нам очень здесь нравится, мы отдыхаем здесь второй год и хотим поблагодарить весь профсоюзный комитет «Моторсич». Как известно, профсоюзный комитет предприятия «Моторсич» постоянно, несмотря на финансовый кризис и нестабильную политическую обстановку в стране, заботится не только о своих сотрудниках, но и об их детях, которые имеют уникальную возможность за символическую плату отдыхать летом в оздоровительных лагерях «Маяк» и имени Юрия Гагарина, во время зимних каникул вместе с мамой и папами оздоравливаться в санатории-профилактории, расположенном в живописном месте на Днепре. Замечательно. Персонал вообще суперский. И особенно большое спасибо девушке, которая занимается с детками, Лиля. Она вообще замечательная. Дети ее обожают. А здесь все классно. Как новогодние каникулы проходят? Отлично. Процедура? Да. Нахожу в джакузи. Школы ни капельки не хочется. А тебе? Что тебе нравится? Мне нравится бассейн, сауна и ванна. Однако процедуры процедурами, а самым долгожданным событием 10-дневного заезда матери и ребенка для детей является, конечно же, рождественский бал. Девочки в нарядных платьях, а мальчики в карнавальных костюмах с удовольствием смотрят спектакль с участием сказочных персонажей, играют в различные игры, танцуют вокруг елки. А когда приходит Дед Мороз с подарками, то из желающих рассказать стишок или спеть песенку выстраивается целая очередь. Мы здесь не в первый раз, всегда очень тепло встречают нас, всегда очень детям нравится. И каждый год ребенок просит: мама, когда мы сюда снова приедем? Не успев закончиться путевка, мы уже ждем следующего раза, когда можем сюда приехать. Вот. То есть очень теплый прием, очень приятное времяпровождение, как для взрослых, так и для детей. Всегда очень хорошо устраивают здесь праздники. Алексей Алексеевич Бруй. На это не скупиться. Вот. Очень нравится. Кстати сказать, приоритетом профсоюзного комитета акционерного общества «Моторсич» являются не только дети заводчан, но и пенсионеры, проработавшие на предприятии долгие годы. Поэтому следующим заездом в санатории-профилактории будет заезд ветеранов труда и Великой Отечественной войны.